Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем записать на микрофон боя. Я уже надоело это слово говорить. Боя бай М1 теперь. Это обыкновенная петличка проводная с 6-метровым кабелем. Единственное ее достоинство для петлички, она универсальная. То есть она имеет некий блочок в своем комплекте. Вот такой. Так вот правильно держать, вот так вот блочок она имеет, и на нем, на этом блочке, как мы видим, весь переключатель. Камера, смартфон. Камеры, а если переключу в режим смартфона, то, естественно, вы меня слышать не будете, потому что она переключится именно для работы не с камерой. Вот такая конструкция простенькая, а эффективно работает, и, в общем-то, много раз меня выручала. Единственное, что в комплекте очень длинный 6-метровый провод. Конечно, она набралась для таких дальних интервью. Но, в общем-то, по моему опыту я практически никогда это не применял. Такое длинное слежение. Ну, вот и все.